Всем привет, друзья, с вами 1-2 Кхаус, и мы пытаемся осуществить на землях Андрея, можно сказать, революцию Мурлоков. Деремся с Арагогом. Что такое? Где делать улучшение-то? В смысле, вот Мурлок стоит у тебя отдельный такой? Фут — это лимит. А, спаун Мурлок. Чё мне надо делать? Да делай все грейды, короче. Но вначале рождаемость очень хорошо делать. Блин, пипец тут у меня какая-то. Когда у меня уже деньги кончились, ты сказал, что все-таки рождаемость. Так я тебе сказал, на самом деле, рождаемость еще до этого. Ну, я тебя спросил, это что вообще, лимит или что? Рождаемость. Что это такое рождаемость? Ну, рождаемость увеличивает... То, что увеличивается количество мурлоков там, где... Количество, а не... Ну, количество общее, суммарное. Да ёпрст. Ну, чтобы у тебя мурлоков больше рождалось. Да в смысле больше? Количественно? Да ты надоел, ну да. Чтобы, ну... например, не 12 было, а 13. Или чтобы их было, когда у меня 0, сразу 2. Ты можешь объяснить нормально? Я ненавижу тебя. Да ёпрст, Андрей. Ну, чтобы больше мурлоков рождалось. Не, ну что, давай РМК. Тут так вот. Ну, понятно, да. Ну, нужно, в общем, грейды делать. Ну, блин, чтобы каждый раз рождалось больше мурлоков. Понимаешь? Ну, вот смотри, когда я лимит повышаю, у меня больше же мурлоков рождается. Я вообще не знаю, что там лимит делать. Есть грейд, чтобы каждый раз рождалось по одному мурлоку больше. Ты его делаешь, и все зашибись. Оп. У тебя. Понимаешь? Тут он стоит. Ну, сотку вначале он стоит, потом 150, потом больше. Так, ну-ка, вот сюда я еще не ходил. Может, тут Андрей? Да мне уже все запушили. Я да черепаху дом. Вызывай в главном доме. Че тебя запушили-то? Все, меня башню сломали. Да башня все. Фигня вообще. Все, это конец. Башня всего-то инком дает. Кому нужен инком в наше время? Ой, что там, черепаху вызвали, что ли? Ого. Ну, я, кстати, свою черепаху уже, это, уже потратил. Самое забавное, что... Так, вот это надо обязательно сделать. Хотя он сам идет ко мне на базу. Чё мне? Мамай какой-то слева слабый. Андрей, ты все понял? Хорошо, давай, может, что-то подсказать. Бессмысленно уже. Да в смысле? Тебя уже вообще снесли или что-то осталось хотя бы? Ну практически, а у меня осталось пол башни. Пол главного здания в смысле? Нет, пол башни. Главное здание пока не убили. Башни не очень нужны, мне кажется. Но меня тоже вот подпушили вначале, я черепаху вызвал. Блин, здесь грейд на ХП требует этого. Требует дерева отстойно. Так, надо, видимо, количество тоже погрейдить, допустимое. Нет, это не важно. Грейди, чтобы их больше было. Ну, надо просто смотреть на счетчик. Если у тебя постоянно на максимуме, ты не успеваешь их в бой отправлять, то тогда надо... Ого, с трех сторон на меня напали, ё-моё. Вот это жестко. Ну, это хорошо, на самом деле. Если тебя пушат со всех сторон. Да ёпрсты. Ладно, видимо, придется черепаху юзать. Сколько денег. Так, отправляйте мне еще юнитов, гады. Так, количество давайте. 3x. Возврат. А, ты этот, у героя качаешь, Андрей? У героя F1 нажимаешь и тоже прокачиваешь. Вот оно что. А, ты это не делал, да? Ну тогда плохо. Нет. Ну вот сейчас. Ну и у меня. Ну и я, наверное, не успею уже что-то адекватно прокачать, потому что его убивают. Уже Мурлока, который просто так стоит, убивает, да? Да, да. Все, он мертв. Да ладно. Да, я не особо что-то прокачал. Я что-то такого не помню еще.
Ну так, пойми, мои муроки были офигеть насколько слабее. Потому что ты сказал, что надо апать все. Ну вот, видишь? Меня добили. А что ты... надо апать, ну, вот этих там, в главном здании. Я апал рождаемость, да. Ну... Я тоже апал. И видишь, как бы не помогло. Золото надо было тратить на апрождаемости. Дерево там, ну, тоже на всякую фигню. Ну, просто то, что ты в рабочем не качал, это отдельные, типа, темы от... Ну, я так понимаю, это влияет как-то на атаку? Нет, конечно, влияет. Ну, видишь, наверное, поэтому я не мог отдаться. Возможно. Ой. Так, мне нужны крылья новые. Еее, ничего себе, я уже этот с элиданскими крыльями. Шадоу Шторма нет, он обычно в эту карту тащит. Бедный Андрей, мне тебя жалко. Я плохой подсказчик. Но в этой карте, блин, сложно что-то этот рассказывать и что-то делать еще. Она потная, надо. Тем более, когда ты в центре, то есть это с одной стороны хорошо. Но меня, кстати, тоже чуть не снесли. Ну у тебя все цело. Даже Мурлок стоит. Не, ну Мурлока, чтобы снести, это надо постараться. А в чем я просаживаюсь, можешь сказать? В смысле? Я не знаю. Ну, по отношению к другим, там, армора у меня меньше или что там. Армора меньше. Наверное, я не знаю. С чем сравнивать? Ну, с кем-нибудь сильным. Кто там вообще на первом месте? Ну, вот смотри, у чувака 48 атаки. Ага. У тебя сколько атаки? Ой, что-то у меня писец как мало. Ну, значит, ты по атаке отстаешь, как минимум. Я инком не качаю, что-то зря. Ой, а что, чувака снес уже? А, или тут его уже снесли. Или подо мной это ты был, может, нет? Не, я был в углу. Ну, понимаешь, да? Я был в углу. То есть это когда рядом всего два противника. И ничего не смог сделать. Что-то Павел Дар какой-то сильный. Рождаемость мурлоков это не имбалансная прокачка. Не, ну я тоже я качал рождаемость. Ну просто фиг знает. Я атаку тоже качал, наверное. Да блин, рождаемость... качается за золото, атака качается за дерево, это грейды не пересекаются друг с другом, они качаются в разных зданиях, требуют разных ресурсов. В этом фишка. Вот и Никита убили. Бедный Никита. Что-то Павел Дарка какой-то вообще неистовый. О, Вадим, у тебя что-то не очень много атаки. Да пофиг на атаку, у меня пульверайс он есть. Ого, тут битва. Как я понял, надо сюда почаще ходить. Ой, Арагог на меня напал. Ой, еще и Павел Дарк пришел, ё-моё. Ой-ой-ой, все плохо. Ой, все плохо. О, у чувака 67 атаки. Ой, я рождаемость случайно. Я хотел черепаху засумонить, случайно рождаемость качнул. Блин, минус башня, отстойно. Ладно, буду качать хп. Пипец, конечно, Павел Дарка сильный. Черт, пришли новые отряды от него. А у меня вот примерно так, отряд пришел и все, я ничего не смог сделать. Так, ладно, пока не тратим. Так, качаем. Ой, борщара, блин, опять там провод не подсоединил к голове. Борщ что-то очень часто стал лагать, уже прям, прям аж запарно. Надо забанить его. Угу. Но он в каждой второй игре лагает в последнее время. И каждый раз говорит, эх, надо было комп напрямую подключать, не через роутер. Каждый раз после этого говорит.
Видишь, я качаю всякие темы, типа крыльев там. Ну, хотя у него крылья такие же, как у меня. Ну, видимо, нафидели как-то Павлодарку. Я не знаю, что у него там по киллам-то. Ну, я, кстати, отстаю на там киллов совсем мало от него. Да. Так, где там возвратка-то? О, возвраточка. Кстати, ловлю. Чё, Андрей? Андрей, как тебе карта? Ну, наверное, она клевая. Теперь я знаю все места, где можно что-то улучшить. Все ли? Ты уверен? Да. Вдруг там еще есть. Вдруг в вызываемой черепахе тоже можно что-то улучшить. Думаешь, почему Вадим так рано ее вызвал? Чтобы улучшить. Ну так. Блин, пипец, запарили мне дом ломать. Фух, ну вроде живу, на удивление. Ну вообще, я тут смотрю, как бы ты... Ты, может, и живешь, но он... Да офигеть у него там этих... юнитов. Что происходит вообще? Ну тебя убьют сейчас. У меня черепаха есть, как минимум. Ну, вызывай, чё. Блин, не знаю, наверное, зря. Хотя фиг знает. Так, ну что, надо бы армор прокачать? Так а фиг ли он вон на тебя нападал? Вон еще один нападает. Тебе же надо как-то отбиваться. Странно, я вроде хорошо качнул отражалку и хп. То есть, по идее, это контракт атаки. О, он сейчас опять нападет. Не уводи, не уводи, не уводи. О, поддержка от Андрея. Ну, я лайфхил. Кстати, у него там скопилось. Вот он нападает. Конец всему. Он тебя обманул, видишь, он с двух сторон сразу напал. Ага. И с обоих победил. Плохой знак. Плохой знак. Ааа, голды нет. Качай быстрее рождаемость. О, черепаха. Черепаха откатилась. А вот этот верхний чувак вот ровно под твою черепаху приходит. Да, да, да. У него, видимо, сигнал какой-то. Черепаха. Идем бить черепаху. Блин, что делать-то? Надо репейрнуть дом, а то вообще будет плохо. Для него, наверное, ты вообще там это читер, у которого черепах не пропадает. Так, ну, вроде более-менее. Ты можешь попробовать вот сейчас... Да там просто есть грейд, чтобы черепаха не пропадала. Ой, все, тебе конец, Вадим. Да лол. Что происходит? На моей базе вечно веселуха какая-то. Живем, пацаны, живем. Рождаемся. Кстати, я хотел сказать, я отбился, но нет, я не отбил. А чем он меня опережает? Армор у него адский, да, что ли? Наверное. Но я тебе скажу так, он от тебя не отстанет, потому что ты для него ближайшая цель. Ага. И, ну, у него реально по бокам никого нет, вот до тебя бы ему ближе всего бежать, поэтому он на тебя будет нападать. Ага. Плохо. Так, а чё я не качал? Регенерейшн. Ну и пофиг на регенерейшн. Блин, у меня, по идее, возвратка на 92 вкачана. Черепаха Ой. Есть? Нет. Жаль. Сейчас бы было бы неплохо. А, 63 хп! Ой, как все плохо. Ну, наверное, выиграл что. Ну да. А, так уже тут никого особо не осталось. А кто вообще остался-то? Да фиг знает. Вон над тобой серый чувак остался. Ну-ка, а что там по киллам? 906 у меня. Сейчас... Я топ-1 да. По киллам. Какого черта? Чего так, я так отстаю? Потому что это, на тебя, ну, сверху нападал, когда... У него было преимущество, как, ну, когда вы начинали войну. Не, просто я, видимо, не оптимально распределял ресурсы. Не, может, ты на грейд здание еще не тратил, нет? Ну, я под конец тратил, да, в середине. Ну, вот. Так не, а в середине он опережал тебя. Ты под конец, вырвался. Ага. Блин, да тут еще куча игроков. Блин, я не готов еще ждать 20 минут. Да все, он сейчас вон запушит просто этого сверху. Так все, Левай, он выиграл. Сейчас надо убедиться, что это точно так. Но он, конечно, намного сильнее.
Ну, блин, мог бы кого-нибудь другого сломать, я не знаю. Так ты ближайший, ему видишь, как бы ему либо к серому идти, ну, либо к серому. В другой конец. А серому. Как, через тебя ты бы его фармил? Так может через shift точку сбора, он, наверное, не так знает. Так вон, видишь, как он бежит к серому? Вот, видишь, он бы бежал через тебя, и ты бы его фармил. Вообще серый как-то изи отбивается от него. Да, не могу понять, это... чем. Ты реально не так что-то делал. Фиг знает, но у него шипы так же, как у меня. Но он броню, кстати, вообще не качал. У него 0 плюс 15. И он качал атаку, а я вообще ни черта атаку не качал. Я надеялся, что он будет отбиваться от меня, убиваться об меня, потому что возвратка здесь адская, вообще безумная. Может быть, это ты так думал? В смысле? Что? Что здесь адская безумная возвратка. Ну, здесь адская безумная возвратка. Мы это уже прошли в прошлый раз. Ну... Вот видишь, сейчас там разные ставки, самое время ливать. Вот этого он изи сносит. Эликсара? Ну да. Ну, кстати, не да так-то нет, изи. Да блин, ну наверное... Да я понял, наверное, это количество надо было адски качать. Надо было качать... Я понял свою ошибку, я количество не вкачал. Вот, а мне говорят, рождаемость надо. Да не, ну рождаемость вначале надо, а в лейте надо просто... Ну я количество вообще там у меня 20... А, 12 что ли? Чё, не могло быть, у меня 12 просто грейды пропали. Но у меня было там 22, например, а надо там до 35. Не, ну не с Full Vision'ом, наверное... Лучше записать следующее видео, чем сидеть. Те, кто хотел бы досмотреть этот матч до конца, вас все равно осталось очень мало, но вы обязательно напишите в гневный коммент, а то как же и так иначе. Обязательно надо, ну каждый. Вот Павел Дарко точно напишет гневный коммент. Ну а нефиг. Смотри, они с этими с лазерными мечами. Да. Видишь, не особо помогает. По-моему, стало хуже. Так потому что возвратка здесь бешеная. Да не, я не качал количество, просто у него было, например, 35 мурлоков, а у меня, например, 25. И это очень серьезная разница. То есть, ну, когда уже вложено огромное количество денег, то вот это вот лишних 500 голды на то, чтобы значительно увеличить количество, это вообще фигня. Ну, ребят, сори, я на 20 минут не готов. Можете на меня обидеться. Я ливаю. 17 минут, кстати, всего. Ха, не так-то и долго. А зачем вообще это выкладывать? Да не знаю, а я старался, Андрей ныл. Все как, все как люди любят. Нормальная составляющая. Да. Все для успешного видео есть. Я старался, Андрей ныл. Вот так и живем.